Мы с вами находимся на территории реконструированного средневекового лагеря полевого типа. Этот лагерь разбит здесь, конечно же, не для войны, а для того, чтобы всех желающих гостей из Харькова и других городов Украины, а может быть и зарубежья, могли погрузиться немножко в средневековье, могли почувствовать себя рыцарями или лучниками, побросать здесь копье, просто погулять по территории, отдохнуть. В принципе, даже если будет желание на пару дней остаться и полностью погрузиться в средневековье, при этом отказаться от всего, всех благ цивилизации, от всех гаджетов, полностью погрузиться, мы выдадим костюм, мы расскажем, как себя вести в таких условиях. Клуб «Князь» организован в Харькове, все верно, существует более 15 лет. Наши рыцари представляют сборную Украины, ездят постоянно на чемпионат мира, который проходит каждый год в разных странах. Все это действие называется, этот спорт называется «Исторический средневековый бой». Чемпионат по историческому средневековому бою называется «Битва наций». Он проходит, как правило, в начале мая. И вот в этом году он проходил в Италии, недалеко от Рима. И в этом году наш клуб представил единственную свою полностью укомплектованную пятерку из клуба. Не сборная всего, а пятерка непосредственно клуба «Князь» представила на чемпионате мира Украину. Сегодня в нашем лагере зрители смогут увидеть рыцарские бои, полноконтактные бои, настоящие. Рыцари будут представлены в полном экипировке, полные доспехи из железа. Все, как было раньше, полностью реконструировано нашими умелыми кузнецами. Кроме этого, здесь будут представлены лошади, можно будет покататься на лошадках, можно будет сфотографироваться, будут прогуливаться рыцари на лошадях. Можно пострелять из лука, побросать копья. Можно, детки смогут представить себя рыцарями, одевшись в современное, мягкое, абсолютно защищенное обмундирование, но максимально похожее на рыцарское. Да, лагерь можно посещать каждый день. Локации такие, как стрельба из лука, пробная СМ, современный мечевой бой, это сражение в мягких доспехах. Попробовать себя в качестве рыцаря побить. Вот здесь есть такая балда, скажем так, из канатов. Можно попробовать нарядить костюм, можно попробовать надеть какие-то части доспехов. Это все можно ежедневно приходить здесь пробовать. Лагерь будет работать как минимум до холодов, и мы постараемся перейти в режим холод, так называемый, и продолжить лагерь и в зимнее время тоже.